Приморском крае перед судом предстанут члены организованной группы, совершившей серию имущественных преступлений. Окончено расследование уголовного дела. Ранее, с апреля 2021 года, в дежурную часть территориального отдела полиции стали поступать сообщения местных жителей о проникновении в частные домовладения. Злоумышленники похищали ювелирные изделия и денежные средства. По подозрению в совершении преступлений были задержаны четверо мужчин в возрасте 31 года, 37 и 38 лет. Были возбуждены уголовные дела. В ходе следствия установлено, что освободившийся в декабре 2020 года из мест лишения свободы 38-летний житель города Артема с целью извлечения финансовой выгоды создал и возглавил устойчивую организованную преступную группу, специализирующуюся на совершении тяжких преступлений корыстной направленности. В преступную деятельность он вовлек троих знакомых, разработал план противоправных действий и распределил роли, согласно которым каждый член группы выполнял свою задачу на месте преступления. В ходе следствия установлено, что группа действовала на территории Приморского края на протяжении 6 месяцев. Часть похищенного имущества была изъята в ходе обысков по местам жительства членов группы. На их имущество наложен арест с целью возмещения причиненного потерпевшим ущерба и обеспечения гражданских исков заявителей. Установлено, что подсудимые причастны к совершению 9 эпизодов противоправной деятельности. Из них 6 преступлений совершены на территории Артемовского городского округа, 2 в поселке Кавалерово и 1 в Шкотовском районе. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 6 миллионов рублей.